Волейбольный турнир на Кубок главы госадминистрации в Малоештах. За первенство боролись три команды любителей из представителей силовых структур. Отметить самый мужской праздник не за столом или перед телевизором, а в спортивном зале в составе команды единомышленников. Такое решение приняли организаторы турнира. Мы решили организовать этот турнир, поскольку как в основном участниках сыграл являются действующие сотрудники органов, военнослужащие, офицеры, чтобы привлечь молодежь к данному общественному мероприятию. Проведение таких соревнований в честь Дня защитника Отечества в Малоештах уже давно стало традицией. 4 года назад, когда турнир только начинался, было совсем немного участников. Сегодня состязание собрали более 50 спортсменов в возрасте от 16 до 50 лет. Будем видно по результатам. Выиграем, не выиграем, ну будем стараться. Я считаю, что должны проводить такие соревнования не только по волейболу, по всем видам спорта, так как нашу молодежь нужно именно показать, что спорт всех соединяет. В дружеской, но упорной борьбе кубок турнира достался команде МВД. Второе место заняли ветераны, и на третьем оказались новички турнира. Николай Стоянов, Иван Глухенький, Первый Приднестровский.